Всем огромный привет! Сегодня готовлю солянку с грибами и капустой. Зимой от такого супа вряд ли кто сможет отказаться. Можно ее подать даже как закуску или использовать как начинку для пирожков. Готовится просто. Смотрите сами. Итак, приступаем. На сковороду наливаем растительное масло, примерно 100 мл. В процессе можно добавить по надобности. Кладем 500 грамм лука, нарезанного четверть кольцами. Жарим до полупрозрачности. Теперь к луку добавляем 500 грамм тертой моркови. Жарим еще все вместе пару минут. Берем большую кастрюлю, кладем морковь с луком. Свежую капусту 1,5 кг порежем соломкой, слегка помнем и добавляем в кастрюлю. Свежие помидоры 1 кг очистим от кожуры. Я делаю так: опускаю помидоры на 1 минуту в кипяток, затем вынимаю и опускаю сразу в холодную воду. Помидоры режем кубиками и добавляем в кастрюлю. Вливаем 500 мл воды, добавляем 2 столовые ложки соли без горки, 1 столовую ложку сахара, черный перец горошком, лавровый лист. Перемешиваем, закрываем крышкой и оставляем тушиться на 50-60 минут. В процессе перемешиваем. Прошло 50 минут. Свежие лесные грибы заранее отвариваем в подсоленной воде. И добавляем к капусте. Тушим еще все вместе минут 10. Теперь добавляем 5 столовых ложек 9% уксуса и перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим еще пару минут. Солянка готова. Теперь ее разливаем обязательно по стерилизованным банкам, закрываем обязательно стерилизованными крышками. Закатанные банки переворачиваем и укутываем, оставляем так до полного остывания. Теперь, когда банки остыли, убираем их на хранение. Я храню в квартире в шкафу. Очень вкусная соляночка получается. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!